Сиднея. Мы находимся на причале Сёкалаки, чтобы отправиться на пароме на пляж Мэн, который находится в северной части города. Это музей современного искусства. Слева на причале находится терминал для круизных кораблей, справа для паромов и прогулочных катеров. В этом видео будет первая часть нашего путешествия. Мы немного погуляем здесь и доедем на пароме до района Мэнли. Лето – это время круизов. Любимый отдых австралийцев. Корабль готовится к отплытию, загружает багаж пассажиров. Команда приветствует первых пассажиров, чтобы отправиться в путешествие. Это район Рокс, самый старинный район Сиднея. Здесь тоже есть яхты, только они отправляются на прогулку по заливу. Круизный корабль вмещает около 3000 пассажиров и 1200 человек экипажа. Пожелаем отличного путешествия! На Мэнли отходит самый большой паром. Вот, мы его можем видеть сейчас. Мы поедем на таком. Сегодня выходной день, поэтому людей очень много. Кто что прикладывает? Кто часы, кто телефон? Я карточку. Билет стоит $8. В очередь на паром я простояла полчаса. Столько же занимает путешествие на Мэнли. Это самый популярный и живописный способ добраться до северных пляжей. Поехали! Вокруг нас залив Сиднея. Виден знаменитый Харбор-Бич, мост и Сиднейская опера. Очень сильный ветер. Сейчас унесет мой телефон. Открываются живописные виды. А вот и причал Мэнли. Мы почти приехали. Они терпят бедствие. Перевернулись. Прыгают. Селятся. Здесь видно меня! Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был комментатор из Сиднея. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. До свидания!